Здорово! Сегодня я иллюстрирую ваши странные слова. Недавно в группе ВКонтакте я спрашивала, какие идеи для видео есть у вас. И пришло предложение проиллюстрировать ваши странные слова. Я их еще не читала, сейчас буду читать в первый раз. Может, поражу. Приступим. Итак, первое слово у нас это... Трррр. За движение экзамена. Окей. Ладно, пусть будет так. Окей, следующий. Чего? А, от реинкарнации. Ну, по сути, если реинкарнация — это перерождение, то инкарнация — это рождение, так что... Ладно, следующий. Жамбаржинга. Окей. Окей. Вызов принят. Это будет африканский посол. Жамбаржинга. Ну, типа, чтобы всем стало ясно. Next. Финтифлюшка. Финтифлюшка. Пусть это будет маленькая букашечка. Ее зовут Финтифлюшка. Финтифлюшка.
какого хрена? No! No! У меня отключился QuickTime Player и не было записи экрана. В смысле? Почему он на букашечке остался? Ладно. Какого хрена? Окей. И спад для рта. Ладно. Из-под выпита что-то. О, первое, что придет в голову, говорите. Ладно. Ладушки, что там еще? В рот мне ноги. Лиза. Хорошо. Прям как йога-челлендж какой-то. Следующий. Лиза. Давай все сразу тогда. Дерябнуть. Нарисуем Катавасию и Юкорного Бабая вместе. У меня так Катавасия. У меня всегда ассоциировалась с котом Васей. Лестница. Юкорный Бабай в моем восприятии это леший. Так что рисуем лишь. Пожалуйста. Пупочка. Можно пупочка? Ладно, пупочка это пусть будет пупырышка, живущая в пупочке. Вот пупочка. Вот пупочка. Это комочек пыли, который забивается в пупочке. Дальше. Зыза. Да. Ща. Зыза. Это слово, которое пытается выговорить хипстер с плохой дикцией. Возможно, с брекетами. Пусть люди с брекетами не воспринимают. Это нас смущает. Окей. Изюбра. Я знаю, что это. Изюбра — это зебра из изюма. Или зебра, которая есть изюм. Нет, пусть это будет зебра из изюма. В общем, с некоторыми неполадками, но все-таки я это сделала. Жалко, что вы не увидите всего процесса, но, наверное, ну и к лучшему видео будет короче. Если вам понравился такой формат видео, напишите мне в комментариях. Будем продолжать такой двухсторонний разговор. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока.